Кроме там вынужденной ротации в силу травм и болезней игроков, она довольно обширная была, причем пришлось перекраивать и оборону. Другого объяснения робости и нашей игре первого тайма не могу найти. Не могу найти, с ребятами еще не успел поговорить. Вот, поэтому, в принципе, больше нечего сказать. Провалили абсолютно первый тайм. Второй тайм играли хорошо, но, наверное, уже все было упущено. К сожалению, забить еще не получилось. Сегодня свирепо сыграл последнего защитника, да? Можно так сказать, для него это непривычно. Позиция слова совсем. Все-таки это выгодная мера была. Ну, для него это, ваш вопрос дословно от слова совсем непривычно. Он не профессионален, потому что он играл в этой позиции очень много матчей. В энергетике. В энергетике. То есть непривычно совсем не подходит. Для него это непривычно в нашей команде. Да, это вынужденная мера. У нас нет других вариантов, просто нет. Можно сказать, что сегодня где-то и не повезло, если так оправдывать сегодняшнее поражение, только на Мензи. Потому что были и спорные соперника с пенальти, например, назначенные. Не хочу это обсуждать. На самом деле, ну, не та вещь, которой хотелось бы оправдываться. Меня вызывает недоумение, почему один и тот же арбитр судит из четырех последних матчей три. И во всех трех матчах я бы не назвал судейство. Не сказал бы, что мне понравилось его судейство. Ни в одном из этих трех. Вот так. Не понимаю этого, почему так происходит. Но не на невезение или на арбитра не хочется сваливать. Мы сами виноваты. Первый тайм просто ужасный. Первый тайм ужасный, робость и неуверенность. Бардак и хаос в атаке. Некоторые люди как будто не присутствовали на тренировках. Как будто мы не знали, как встречать соперника. Как будто мы ни в одной из фаз игры не разбирали. Хотя Слуцк тренерская команда. Я поздравляю их, пользуясь случаем, и рад за своего друга и коллегу. Команда тренерская, команда как раз расставлена идеально. И вот хаосом на поле от соперника умеет хорошо пользоваться. То есть там есть два средства: прессинг и качественная игра с мячом. Тогда ты выиграешь у Слуцка. Все остальное, они очень хорошо пользуются слабостями соперника.